И наши гости Вячеслав Ковалев и Сергей Григорьев. Петербургский аккорд. С тобой, дружище, теперь отвыкнуться от скитаний, привыкать к домашней пище, перестать быть с дураками, как зовут нас домочадцы, ведь дел по горло, а годы мчатся, и для чего не знаем сами, идем по жизни с рюкзаками. Покоя нам нету, нам шум поездов подскажет сюжеты для будущих снов. С годами врастают нас эти пути и благословляют нас дальше идти. Ни за грибами, ни на дачу, ни на машине, и не к морю. Берем с собой сестру удачу, ей дела нет до категорий, что разделяют все маршруты по километрам и минутам. Мы, вырываясь из уюта, смеемся, видно, черт попутал. Покоя нам нету, нам шум поездов подскажет сюжеты для будущих снов. С годами врастают нас эти пути и благословляют нас дальше идти. Привет, родне, идем не близко, но опыт есть, и слову верим мы не застольем. В доме чистом тропой опасной дружбу мерим, не дожидаясь покаяния, берем на память расстояние, развилки, просеки и дюны, и день, когда был друг угрюмым. Покоя нам нету, нам шум поездов подскажет сюжеты для будущих снов. Бродяги земные, шесть струн под рукой, и нам не впервые возвращаться домой. И не понять, как это может всю жизнь манить к себе дорога, но что-то сверлит, что-то гложет, и я опять сойду с порога. В горах мы все слегка поэты, и в серой дымке силуэты нам карту жизни нарисуют, и значит, мы не зря рискуем.